тази ситуация. Нали те точно за това се събират утре президент, премиера в консултативния съвет? Аз съм основен докладчик. Да, а защо не разчитате на големи подвижки? Президент и премиера, да. Но вътре в този съвет участват кои? Лидерите на политическите партии в парламента. Сако, потому что еще в воскресенье мы мобилизировали дежурных судей, прокуроров. И эти наказания, административные или уголовные, они имели превентивную роль в данном случае. Да, и сколько, кстати, можно цифру какую-то назвать? Потому что была цифра 168. Каждый день между 100 и 150 человек. Между сотней и 150 людей арестованы. Каждый день. Задержаны? Да. Да. Не арестованы, задержаны. Задержаны за 24 часа. Основно. Задержаны на 24 часа. 24? Да. На 24 часа. Бяхме сигурни, че ще се случи, но мы были уверены, что много тревожно, что то, что произойдет, будет очень тревожным событием. Аз до ден днешен твърдя, че полицията действа пропорционално и разумно. Там, я уверен, что наша полиция действовала там пропорционально и разумно в соответствии с ситуацией. Были приняты несколько важных решений. Это были трудные решения. Които... Каквото и да беше решението, ще е къде имало преди. Какое решение мы бы не приняли, все равно были бы какие-то упреки в наш адрес. Той беше евакуиран от нас. Кирил Рашков был, значит, нами эвакуирован и вся его семья. Изведен от селото. Вывезен из села. След това той самия пожелал да оцени в курорта Боровец близо до София. В кой курорт? Боровец. В Боровец. Он пожелал остаться в курорте Боровец. Разбира се, тези няколко хиляди човека, конечно, които отидоха. Конечно, несколько тысяч человек, которые пришли туда. Между другото, от селото вече на втория ден почти нямаше хора. Дойдоха само агитки отвън. Из села уже на второй день практически людей не было, были только фены. Им это предвид когда? В Катунице, на 24-ти. Да, в Катунице уже не было практически. Местные люди не собирались 24-го, только фены.